Муниципальное предприятие «Апоканал Тараклия» начинает перезаключение индивидуальных договоров с потребителями. Такое решение было принято на заседании городского совета Тараклии 4 июня этого года. На основании решения правительства и на основании административного совета НАРЭ рамочного положения было разработано новое положение, типовое положение, 355, которое вышло 27.12.2019 года. И на основании решения городского совета мы утвердили новое типовое положение по городу Тараклию и новое типовое положение, новый типовой договор. Много проблем, по словам директора предприятия, возникает из-за того, что водомеры и колодцы находятся в частном секторе. Поэтому в одном из пунктов нового договора будет прописано, что водомер должен находиться на раздельной границе. Граница раздела – это на врезке. Например, центральная трасса, колодец, водомер. Потому что многих водомер находится внутри строений. И куча вопросов возникает у оператора, когда подается вода. Получается, что нет крана, авария. Ну, чтобы этих случаев не было, мы делаем нормально для того, чтобы можно было работать и качественно подать этому потребителю воду. У нас возникает очень много вопросов, много хищения воды, которые мы не можем найти только за то, что она находится внутри владения у человека. Мы не можем попасть. Или если авария, не можем остановить, или нету колодца, нету крана. Это все приводится в порядок, в соответствии, как положено, согласно наших ГОСТов. Новый договор разработан специалистами муниципального предприятия, но саму процедуру перезаключения будут проводить контролеры. Каждый контролер получит пакет договоров на свой участок, будут раздавать абонентам, так как они их знают, они работают с абонентами. Контролеры получат, конечно, средства для обработки рук, получат защитные маски, потому что будут при оформлении договоров определенные минуты находиться с абонентами, разговаривать, чтобы не было у нас никаких чрезвычайных ситуаций, чтобы не было никаких проблем. Я думаю, что контролеры справятся. Если будут какие-то вопросы, которые новые абоненты, которые вновь приступают к оформлению, они будут оформляться в конторе и получат договора в конторе. Перезаключение договоров никак не повлияет на тарифы, они останутся прежними.